Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы с вами откроем какой-то большой ящик. Что он там получит, я не знаю, но, короче, мы сегодня поиграем в еще один симулятор майнинга в Roblox, и, по всей видимости, он какой-то новый вышел, да, и непонятный пока. Что же мы будем сегодня делать? Будем проходить его до конца, пытаться и копать себе руду. А, вот, все, заработал, просто что-то залагало здесь. И музыка еще включилась. Так, давайте-ка мы ее сразу же пока что отключим, чтобы она нам не мешала. Так, давай попробуем добывать. Добываем. Опа. А, не обязательно кликать, можно просто нажать, и у тебя будет добываться твоя руда. Кстати, видимо, я за тот ящик все-таки получил 500 коинов, и это как-то очень много мне показалось. Здесь у нас, смотрите, еще какая-то горочка есть. О-о-о, это у нас что, металл какой-то или что? Ну, я получил дополнительные коины за то, что я его собрал. Замечательно, значит, у нас есть какие-то бонусы. Вау, 3000 робуксов стоит здесь какое-то яйцо. Жесть. Это просто жесть, ребята. Так, давайте сразу посмотрим, может быть, есть какие-то питомцы у нас подешевле. О, еще, смотрите, еще какая-то штучка, еще 250 коинов мне дадут за нее. Есть, отлично. Здесь сколько? Здесь за геймы какие-то можно получать. О, красная штучка, собираем, давайте ее. Мы 50 гемов получим. Вау, смотрите, у нас здесь какая-то взрывчатая шахта существует. Но она откроется совсем скоро, пока что она недоступна, к сожалению. Пока что мы можем добывать только вот такие вот всякие разные вещи. О, гигантская гора. А, нет, она тоже 50. 50 гемов нам дает. Смотрите, я, в принципе, неплохо так уже нарубил. Хотя, не знаю, на самом деле. Вау, вот это меня выстрелило, вот это я быстро прыгнул. Здесь у нас есть какие-то бонусы за випку, за участие в группе. То есть, если мы в группу присоединимся, у нас будут дополнительные бонусы какие-то. Так что, если хотите, можете сразу вступить в группу, тогда вы получите там какой-то сундучок. Так, а я собираю здесь гемы, собрал. Так, опа, возвращаюсь сюда. В надежде на то, что я смогу еще что-то интересное получить. Вот у нас есть магазинчик такой, и в этом магазинчике мы можем выбирать себе рюкзачки, например. Вот такой вот рюкзачок есть. В принципе, стоит все интересно, да? Давайте мы вот здесь вот посмотрим. Есть вот такие кирочки. У меня сколько коинов? У меня... Я вот уже не могу вот эту вот купить кирочку. Она мне пока что недоступна. Но вот это вот... Могу взять, есть, мы ее взяли. Давайте мы еще возьмем какой-нибудь рюкзачок хороший. Вот этот вот красненький. Все, и выходим отсюда. Теперь у меня, смотрите, красненький рюкзачок есть. И плюс кирочка. Так, я хочу себе питомца взять. Но питомец у нас стоит 250. А, 2000 коинов. Вау. Что-то как-то много. Но давайте попытаемся здесь добывать руду. Посмотрим, получится у нас, не получится. Или давайте мы сразу в уголочек какой-нибудь заберемся. Так, оба, а это у нас, кстати, что-то майнинг безумие у нас как-то накопляется. Что это такое, что это у нас такое копится, неизвестно. Так, спускаемся вниз, давай, оба, рубим. Пока что мы не можем нормально нарубить. Пока мы просто грязь какую-то собираем. В прямом смысле это у нас просто грязь. А сейчас уже у нас идет... камень какой-то. Мы дошли до камня, ребята. И сейчас, смотрите, мы соберем полный рюкзак грязи плюс немножечко камней и посмотрим, сколько мы за это сможем получить. Отправляемся на продажу, продаем и получаем всего лишь соточку. Ну, не так много, сколько хотелось бы. И гемов, кстати, дополнительных я не получил, к сожалению. А сколько, может быть, их можно купить? Да, их можно купить. 200 гемов стоит 50 робоксов. Ну, что-то как-то это жестко. Жестко. Неужели нет других питомцев каких-нибудь подешевле? По всей видимости, нет. И придется нам вот так вот вручную майнить до самого конца, чтобы набрать что-нибудь такое хорошенькое. Вот эти. А, здесь прям, смотрите, написано. Камень дает 15 монет на продажу. А грязь у нас дает 8. Понятно. Так, давайте здесь соберем. Попробуем максимально здесь прорубиться вниз. А, нет, не получится, потому что мы уже полностью забили сундучок, ребята. А сундучок у нас полностью забит.
А других способов у нас забрать гемы нет. Только остается вот эти бонусные штучки собирать. Да, у нас еще вот здесь какое-то обновление будет. А вот это что это такое? Это ежедневная награда, которая что, она мне ничего... А, нет, дала, смотрите, дала мне и коины, и гемы мне дала. Прекрасно, прекрасно, давайте попробуем здесь забрать. Может быть, все-таки у нас получится. А, может быть, и там у нас в шахте тоже есть гемные какие-то штучки. Ну-ка, а давайте мы в чью-нибудь вот здесь вот глубоко вниз проберемся. А здесь до сих пор камень, смотрите. О, железная руда есть у нас по 35. Она подороже стоит. Я какое-то задание выполнил, смотрите. А, нет, это я индекс открыл. Блин, я думал, мы сейчас с вами какие-то ачивочки будем выполнять. А вот это сколько стоит? Соточку, смотрите, вау, соточку, если мы полностью соберем, будет у нас соточка. Ну-ка, давайте заберем ее полностью. Продали и получили, опять-таки, все равно не так уж и много, но зато мы открыли какую-то новую руду. Серебряная руда у нас. О, что это я так далеко взлетел? Так, ну-ка, давай попробуем опять в эту же глубокую шахту спуститься. Здесь, смотрите, тоже кто-то собирает. Вау, ничего себе, вот это они глубоко забрались. Смотрите, здесь у нас еще какая-то есть руда, которую можно собрать. Так, давайте-ка мы ее полностью сейчас соберем. Это у нас золотая руда уже. Вот это здорово. Так, ну-ка, бах, полностью собрали. Продаем, идем на продажу. Так, ой, а здесь утро у нас. Уже утро наступило. Так, отличненько. А что у меня? Он до сих пор копает. И здесь у меня разблокировалась дополнительная. Да, вот золотая руда. Итак, погнали сюда. Идем, значит. И что нам надо? Нам надо прокачать, наверное, сумочку. Потому что сумочка у нас вообще отстает. А я не могу взять, потому что у меня не хватает коинов. А это значит то, что прежде чем, наверное, отправляться добывать всякую всячину, нужно, короче, здесь вот эти штучки насобирать, ребята. Вот эти вот штучки, потому что за них, смотрите, мы по 250 коинов получаем. А это гораздо больше, чем вообще помещается наша сумочка. Так что, ребята, если хотите нафармиться, лучше нафармитесь вначале вот здесь вот. На вот этих вот кучках, которые здесь валяются. Я думаю, так пользы будет гораздо больше. Тем более, еще можете накопить дополнительные гемы и купить себе питомца. Ну, а если вы не хотите, у вас есть робуксы, допустим, можете все-таки попытаться купить, но это очень дорого. Вот, например, 2000, да, это 1000 робуксов. Очень дорого, ребята. Но где купить подешевле робукс, конечно, я вам посоветую нашего великолепного спонсора. Спонсором сегодняшнего видео выступает обновленный сайт Robux 3. Дизайн сайта обновился и выглядит очень круто. А курс стал еще выгоднее. За 1 рубль вы получите целых 3 робокса. Но кроме того, вместе с обновлением самого сайта на Robux 3 появился новый способ покупки робоксов, где не нужно ждать 2 недели, чтобы состоять в группе. С помощью нового метода, который называется трансфер, вы с легкостью сможете купить робоксы, а ждать придется минимум 5 дней, что намного быстрее, чем на других сайтах. А если вы не разобрались, как купить через новый метод, я специально оставлю ссылку для моих подписчиков в описании на подробную инструкцию, чтобы каждый смог купить как можно больше робокса. Быстрее переходи на сайт по моей ссылочке в описании и делай самые выгодные покупки на сайте rbx3.com. А я тем временем немножечко подфармился, значит, я могу себе, наверное, купить сумочку побольше, да? Какая? Во, вот это вот на 1200. Должна быть, в принципе, хорошая, ребята. Здесь у нас еще обновилась, да, шахта. О, давайте. А, здесь что-то как-то мало все пробрались вниз. Ну ладно, давай, я буду пробираться. А, кстати, у меня здесь новая руда какая-то открытая. Так, давайте посмотрим, что, что. Ничего такого нет, но здесь есть вот эти вот гемные руды, которые тоже хорошо бы собрать. На самом деле было бы вообще весьма неплохо. Так, а я пока что спускаюсь все ниже и ниже. Спускаемся, собираем, может быть, вот... А, спустился слишком низко. Так, давай попробуем, может, вот эту собрать. Может, лучше собирать только дорогие руды. Так, вот это собираем. Это 50 все-таки дают коинов.
Или лучше все-таки спускаться вниз, потому что внизу могут нас ожидать супер-мега-крутые какие-то неизведанные нам залежи интересных всяких камней. Может быть, мы и гемные залежи тоже найдем. Было бы, на самом деле, очень круто найти гемные залежи, потому что у меня всего лишь 1000 гемов. Этого очень-очень мало. Даже мы питомца себе купить не сможем. Так, о, аэродроп там какой-то появился. Ну-ка, давайте зайдем сюда и посмотрим, что за аэродроп. А, во! Смотрите, здорово, здорово. Так, собираем аэродроп. Есть, и... Вау, нормально мне так коинов отсыпал. Так, собираем и здесь. Так, еще вот эти мы штучки соберем, конечно же. Как же мы оставим гемы незамеченными, что ли, думали? А, я все соберу. Я хочу себе питомца здесь получить. А сколько здесь всего, так скажем, сундучков-то упал? А, я упал куда-то в глубокую шахту. Так, ну-ка, давайте выбираемся из нее. А, вот еще гема. Но сундучков я больше не вижу, к сожалению. Как-то только два сундучка упало с аэродропом, и все, больше не падало. Да, не вижу, не вижу. Там еще, смотрите, какое-то место есть. Вон там далеко, далеко. А, так, вон, видите, там какой-то замок существует. Как туда попасть? Как попасть в этот замок? Там что-то интересное же есть, ребята. Что-то интересное в этом замке. Может быть, отсюда? Нет, это у нас просто магазинчик. Это что это такое? Это у нас реберт. 1 миллион надо накопить, чтобы сделать перерождение. С той стороны тоже что-то есть. Так. А может быть, я действительно просто не знаю, как забраться в другую... А, смотрите. У нас же здесь еще есть какая-то штука. Так, ну-ка попробуем сюда зайти. Я могу сюда зайти? Нет, не могу. Так, может быть, сюда? Так. Нет, это здесь еще недоступно. Здесь тоже недоступно. А как? Видимо, там есть какие-то локации, в которые нам еще нельзя попадать. Но в скором времени они откроются. Ну, только такое объяснение у меня есть, ребята. Больше других объяснений нет. Пока что копаем руду здесь. Пытаемся собрать максималочку изо всех сил. Так, давай. Опять аэродроп выпадает. В принципе, на этих аэродропах можно неплохо там нафармиться. Так, давай сейчас я еще немножечко пособираю. И... О, смотрите, какая-то новая... А, нет, это золотая руда. Золотая руда, это круто, конечно. 250 коинов нам дадут. Но у меня кирочка не позволяет. Так, давайте эту мы соберем. Может быть, мне на новую кирочку хватит, ребята. А сейчас мы это с вами узнаем. Так, давай дособираем. Бэм, собрали. Все, телепортируемся на продажу. Телепортировались и... И где аэродропы? Никаких аэродропов я не вижу. Где-то они должны были быть. Я вижу, 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 вижу. Я нашел дополнительные... вот, они вот здесь вот так. Собираем. Отлично. Коины лишними не бывают. Так, и здесь тоже собрали. Все, хорошо. Так, теперь вот эти штучки тоже мы соберем. Соберем, заберем, заберем, заберем. Ну, блин, это жестко. Две кучки всего лишь, это 100 гемов, а надо 2000 на питомца. Это просто жесть. Очень хардкорный у нас режим. Тут даже в него никто не играет. А чё я один-то остался? Один-одинёшенько остался в эту игру играть. И все, да, я все гемные кучки собрал. Кажется, что да. Ну, погнали, давайте сейчас выбираем здесь новую кирочку. Какая мне здесь подстать? Вот, есть за 3150, но у меня только 3, ровно 3, да? Ну, давай вот этот мы, вот эту кучку соберем, и я думаю, мне хватит 2500, видите, питомец стоит 2500! Столько гемов, конечно, не найти. Так, ну давай, берем нашу кирочку, вот эту вот. Так, берем. Отлично. И опять аэродропы куда-то, откуда-то полетели. Сейчас мы посмотрим, где вы. Где они? Вон они летят. Раз, вижу, собираем. А, один уже приземлился. Ну, в принципе, если одному играть, да, здесь столько аэродропов, может навалиться. И все это заберем нормально, и все коины наши. И развиться мы сможем тоже отлично. Ну вот, аэродропов, конечно, с гемами не хватает. Вот еще гемы были бы в одном сундучке, было бы вообще замечательно. Ну что, новая кирочка, новый рюкзачок должны собрать мы с вами предостаточно всего.
Но в принципе, смотрите, у меня сейчас уже сама шахта закончится, я думаю. Она обновится через какое-то время. Так, давай. Рубим все вниз. А что за полосочка вот наверху у меня обновляется? Это до обновления шахты, что ли, или до чего? Я не знаю. Так, о, что это такое? Активировать можно. Активировать? Вау, что я активировал? О, я супер буст активировал. Я могу еще глубже спускаться. Вау. И как долго он действует, интересно? Вот это мега руда у меня здесь пошла. Я не знаю, она, смотрите, я просто собираю все под бустами. А где таймер-то? Не написан, не написан. И мне сразу все в рюкзак идет, ребята. Вообще кайф, кайф. Здорово, уже 1000 коинов набрали. О, это что, это гемная штука? Ну-ка, давайте соберем. Это рубиновая штука. Собираем так. Ну-ка, давай, бахаем. Есть, я рубиновую штуку собрал. Давайте попробуем продать это все. Идем на продажу. Продаем, продаю. Ну нет, это просто рубины. Я думал, это будет штучка с гемами. А хотя, здесь их несколько, смотрите. Это просто рубиновые какие-то штуки. Так, ну-ка давай попробуем еще вот здесь вот собирать. Про них забывать не будем, будем просто бегать и собирать. Так, собираем. Опа! Так, тихонечко, помаленечку мы сможем собрать здесь целую кучу геммассов. Так, давай. Вот это соберем по 150. Нормально. Ну, конечно, вот этот режим безумия вообще супер крутой. Просто включаешь и спускаешься вниз вообще без каких-либо проблем. Так, все, больше нет у нас никаких горочек с гемами. Никаких горочек с гемами я больше не вижу. Значит, спускаемся в самый низ, ребята, и продолжаем майнить. Спускаемся вниз. О, опять у меня рубиновые руды появились. Но они какие-то прям плотные, я смотрю. Очень-очень плотненькие. Так, давай спускаемся дальше. Интересно, насколько вообще глубокая здесь шахта? Может быть, она до бесконечности глубокая? О, новый материал нашел. 3 соточки, смотрите, 250. Алмазная руда. Прикольно. А там дальше это что такая? Серебряная руда. Ну ладно, спускаемся ниже. Спускаемся, вот и серебряная руда нашлась. Так, и скоро у меня тоже режим безумия активируется. И сможем еще раз пробуриться максимально глубоко. Так, вот здесь вот давай попробуем еще алмазную руду собрать. И, а, все, полностью заполнился инвентарь. Так, на продажу мы телепортируемся. Ищем алмазные, геммасные кучки, но я их не вижу почему-то. Все закончились, даже на питомца еще не хватает. Ладно, спускаемся вниз. Так, мы спустились на самое дно. Мы уже, смотрите, насколько, на 88 блоков вниз спустились. Вообще хорошо копаем. Отлично, там аэродропы опять скидываются, но нам пока что все равно. Мы пытаемся найти новые способы добычи гемов. Наверное, надо куда-нибудь на соточку вниз спуститься, чтобы хотя бы встречались нам такие вот гемасы. Так, спускаемся, опять грязь какая-то у нас на встрече попадается. Ну, на самом деле, как я и говорю, достаточно тяжело. Хардкорный у нас режимчик здесь вышел. О, а это что такое? Обсидиановая руда. Вау, 2000. Но я ее долго здесь буду добывать, я вам скажу. Так что давайте мы чуть попозже. А, хотя давайте мы на продажу телепортируемся, продадим все, что у меня есть. И отправляемся добывать обсидиановую руду. Так, о, у меня так отпрыгивает высоко. Так, оп. Все, приземлились, и я хочу добыть обсидиановую руду. 2000 коинов мы за нее получим, я так полагаю, если мы ее сможем добыть. Так, давай, собираем, копаем изо всех сил, и бим, собрали, есть. Телепортируемся, продаем, да, 2000 дали. О, ребята присоединяются. Так, они же все мои сейчас рудные штучки заберут. Да, они собрали все мои ресурсы, которые я там собирал на питомцев, у меня они исчезли, они все собирают. Ладно, я спускаюсь дальше вниз,
спускаюсь, кто-то опять упал в мою здесь шахту. Так, ну что тебе надо? У него такая же кирочка, он будет мне помогать забираться все глубже и глубже, что ли? Я не понимаю, или ты у меня просто воруешь мои... О, сапфиры! Сапфиры, 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 надо забрать это все. Мне засчитывают вообще за него или нет? Ну вот это засчитали. Вот это засчитали, так, здесь... Ну вроде бы засчитываются, даже если мы здесь... А, он просто исчез. Ладно. Так, ну что, кучки не появились красные, да? Не появились, к сожалению. Чего вы спускаетесь все в мою шахту? Я здесь ее копаю. Это моя шахта, я ее копаю. Идите в другое место, копайтесь в другом месте. Так, а я иду дальше, прорубаю все. Опять у нас серебряная руда появилась. Спускаюсь вниз. Все глубже и глубже спускаемся вниз. И там что-то светится. А светится здесь у нас... Сапфировая руда и еще обсидиановая. Вау, здесь можно хорошо наживиться. Так, собираем. Сейчас у меня опять инвентарь будет полностью забитый. И мы пойдем собирать с вами обсидиановую руду. Это будет что-то интересное, я надеюсь. Так, собрали. Опа, идем на продажу. Продаем. Можем, наверное, так... О, появились кучки мои. Рубиновые или какие вы там... Геммасные, так, давай, гем-оры, это гемные руды, так, собираем, 50 есть, так, еще вот эту давай, оба, собираем вот эту, и дополнительная соточка есть, так, все, 850, вот еще одна, и нам еще несколько штучек останется собрать, и тогда у нас будет здесь питомец. Есть, собрали, отлично, по 3 штуки их спавнится, конечно, печально, но по 150 можно собирать, грубо говоря. Так, давайте придем сюда, посмотрим, может быть у меня инвентарь, можно купить какой-нибудь получше, а нет, он стоит 12 тысяч, ну почти что 13, надо запомнить, что нам надо 13 тысяч на новенький рюкзачок. О да, здесь кто-то рубит мой обсидиан, я смотрю, вы что, обалдели, ребята, взяли, стырили мой обсидиан. Так, ну здесь еще один появился, давайте будем его добывать. Попробуем его добывать. Собираем, собираем, собираем. Он должен у меня поместиться, по сути, в моем рюкзачке. Он же все-таки большой. Так, смотрите, все попадали здесь сюда, засранцы. Зачем? Почему? Почему? Так, они еще все глубже, глубже спускаются. Обалдели вообще, засранцы. Я здесь столько дорубал вниз, а они все испортили. Ну ладно, я тоже буду тогда вниз спускаться. Так, спускаемся, спускаемся, спускаемся. Будем заполнять. Так, если не дали мне этот обсидиан, кто там, он вообще валялся, чилял, не знал, что делать, просто лежит. Да здесь держать уже нечем, ребята. Чё вы все спустились? Я старался, значит, здесь прорубал прорубь в одиночку. А вы все сюда попрыгали. Так у вас даже инвентарь столько не позволяет. А вот у этого желтого, он, наверное... позволяет у него собрать столько. Я хочу на самом деле больше всего посмотреть на питомцев и узнать, насколько же они будут крутые здесь и вообще какой буст они будут нам давать. Так, давай рубим, спускаемся вниз, и у меня сейчас будет супер бонус. Давай активируем, активировали, опять бам, 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 рубим, 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 все, прорубаем вниз максимально, прорубаем, 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 прорубаем. Так, а может быть даже вот эти руды можно прорубать? Так, о, да, даже их надо было обсидиан брать. Вот обсидиановые. Есть, обсидиановые мы тоже собираем. Так, бам-бам-бам-бам, вообще хорошо. Ладно, спускаемся вниз, максимально пытаемся, пока у нас время буста есть. Собираем, собираем. О, я нашел какую-то руду с гемами. Мне гемы дали, ребята. Я нашел все-таки гем-ора. Так, должен быть где-то. А как, за что мне дали гемы-то? Я не понял. Но за что-то мне дали, я что-то собрал, и мне дали гемасы какие-то. Прикольно, прикольно, так, ну-ка, что можно собрать, так, вот это все не то, так, о, у меня звание уже супермайнер, смотрите, супермайнер, так, собираем и идем на продажу, сейчас мы уж точно можем себе прокачать, так, где кучки не появились, да, ну и может появились, но их собрали, сейчас попробуем мы купить себе новый рюкзачок, еще больше будет помещаться у нас. Так, а что не собираешься? Собирайся давай. Есть, собрали.
Погнали, покупаем новую сумочку. Так, следующий 25 тысяч стоит, обалдеть. Так, красную сумочку взяли. Все, у нас теперь красный рюкзачок. И погнали, опять спускаемся максимально вниз. Бэм. Чему уже больше за соточку перевалили, ребята. Так, ну ладно, собираем здесь обсидиановую руду. Да, ее здесь много, но у меня помещается в рюкзак 2500, так что мне должно этого добра хватать, по сути. Так, давай копаем. Мне еще 500 гемов надо на питомца. Хочу посмотреть питомца здесь. Так, давай собираем, собираем. О, собрали даже, видите, рюкзак не заполнился. Отлично. Спускаемся дальше вниз. Спускаемся вниз. Копаем все ниже и ниже. И мы, кстати, супер крутые руды еще не находили до сих пор. Может быть, надо вообще максимально глубоко спуститься. Тогда там мы сможем супер редкие руды найти. Ух, ребята, давай, спускаемся опять, спускаемся по максималочке. Здесь опять у нас только грязь да камни, иногда даже вот серебро попадается, вот камни, которые нам не нужны, по сути. Так, давай, бим, 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 ломаем, ломаем, ломаем. Они почему-то с двух ударов ломаются, несмотря ни на что. Так, вот даже грязь, видите, с двух ударов пробивается. Сверху у нас аэродроп, а мы уже спускаемся на 220 даже уже вниз спустились. Так, давай это тоже соберем. Так, бэм, собрали и телепортируемся наверх. Где у нас? О, появились у меня кучки с гемами. Мне же совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть, чтобы купить питомца. Так, давай, 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 давай. И есть, это собрали. Так, теперь... А где здесь еще одна была? Она исчезла, что ли? Не может быть такого. Не может быть, что она еще... А, ее кто-то собрал, засранец какой-то здесь бегает и собирает их. К сожалению... О! Обновилась у нас шахта, ребята. Обновилась. Мы так долго спускались вниз, но все обновилось. Ладно, я хочу... Я буду ждать, пока у меня появятся штучки с гемами, горочки с гемами, чтобы купить себе питомца, наконец-то, какого-нибудь хотя бы. Так, ничего не появилось. Ну ладно, сейчас я соберу и покажу вам. И, наконец-то, я собрал 2500 гемов. Давайте попробуем открыть здесь первого питомчика. 29% шанс был. Так, ну это обычная команка, да? Обычная команка. Ну что, x2 коины, x1,5 гемом дает. В принципе, мне кажется, неплохо. Вот, вот, со мной есть питомец. Да, но, конечно, собирать на этого питомца пришлось очень-очень-очень долго. Но давайте теперь попробуем сейчас набрать полный рюкзачок всяких ресурсов. И продадим, посмотрим, сколько мы получим вообще золота. Так, вот еще и руды тоже будем собирать, например, золотая руда, почему бы и нет. Так, собираем, вот здесь еще есть уголь. Спускаемся дальше, ребята, собираем здесь все, бам, бам, бам. Давай, 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 пробираемся все глубже и глубже и глубже. И заполняем свой рюкзачок. Итак, сколько еще? Ну, половину мы забрали, да, но чего-то здесь сверхъестественного пока что не появилось. Я потому что даже еще вот на соточку в глубину не забрался. Ну вот, золотая руда, отлично. То, что надо, да, по 250 коинов дает, но значит, она должна давать теперь по 500 коинов. О, смотрите, я нашел что-то такое сверкающее. Тихо, не спускаемся ниже. Собираем вот это, сапфировую руду. Это то, что надо, 1750. Я думаю, ну, 1005 я должен получить, если я это все продам. Ну, 4 хотя бы. Так, давай, заполняем. Бэм, есть, отлично. И добиваем еще немножечко, чем там получится собрать обычными камушками. Вот у меня здесь... И серебряная руда тоже появилась. Вот, и продаем. Так, продаем. Ну, 10 тысяч, почти 4 тысячи коинов мы получили за все это добро. А если мы сейчас еще вот это соберем, гемную штучку. Так, давай, не могу. Нет, я не смог собрать. Но там еще одна есть, давайте мы заценим.
Вот еще одну сейчас соберем. Давай. И сколько мне? 50 дают, да? Но должны больше дать так. 50. Хотя, смотрите, мы... А где мой питомец? Где мой питомец? Почему? Почему? Он был не надет все это время. Он был не надет. А как так? Вот теперь надет, вот смотрите. Вот эти уже кучки дают не по 250. Почему-то он у меня исчез. Я не знаю, с чем это связано, ребята. Это, конечно, очень грустно. Но зато теперь мы знаем, что дают здесь питомцы. Питомцы здесь нужны, да. Стоит набрать здесь гемов. А вот эта пушка, это випка. Короче, она стреляет тебя на тот остров, который я говорил, что за остров там. А это остров с випочкой, оказывается, был. Ну что, ребят, надеюсь, вам эта серия понравилась. И если захотите продолжение, дайте мне об этом знать, написав об этом в комментарии или просто поставив лайк. Наберется 500 лайков, мы запишем продолжение, возьмем еще одного питомца. Надеемся, что будет еще круче какой-нибудь. Мы всего 3 питомца можем носить. И не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. На этом все, ребята, не болейте, не скучайте. Пока-пока!